Тамаш Мочай на правом полусреднем у венгров появился. Отдает передачу на Харшани на край. И вот, наконец-таки, свою засуху голевую прерывают венгры. В обороне вернуться. Нарушив правила против Карабоя. Ну а вот, пожалуйста, Люк Абало во всей своей красе. Да, Люк Абало чуточку пораньше нужно было задействовать. Вот еще когда я просил, а теперь выход к воротам. Бросок! И сборная Германии сравнивает счет. Сравнивает счет и делает это 14-й номер сборной Германии. Угол не попал. По-прежнему 1-0. Хорошая скорость, это я вам обещал. Атака туда, атака обратно. Ну и вот сравнивает. На сей раз скидка на линейного не проходит. Шишкарев, надо забить. 3-2. Сорендо Абало. Хороший бросок Абало. Не сильный, но такой резкий. Тут же потеря, но вот Корея продолжает свою игру против Сербии, продолжает свой унылый второй тайм. Как красиво! Как красиво Драган Гаич в этом отрыве сыграл. Ну и вот главный тренер сборной Словении что-то там подсказывает. Главный тренер сборной Словении Борис. Лауге, эх, проспал момент. Лауге можно было сделать передачу на Эгерта. Ну а здесь прекрасно в дальний угол Линдберг попадает. Не поторопился Вейнхольд. Почему? Потому что уже сложно было наносить ему бросок. Он довольно... И, по-моему, Ривера там. Рокас. И в дальний угол 10-9. Вот такая качельная пока у нас игра. Попадет в дальний. Попал. Ну, между ног попал. Штербику Линдберг. Два раза за последние минуты. В физической форме здесь Ильич. Ну и игровой в том числе. Эффектное Абало завершает эту комбинацию. Смотрите.